воскресенье в Самарской области ясно, но местами облачно. Осадки не прогнозируются, также жарко. Температура днем плюс 30, плюс 34 градуса, ночью 19-21 выше 0. Ветер юго-восточной скорости 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 31, ночью плюс 21 градус, безветренно. В Тольятти ясно, температура воздуха днем плюс 31, ночью 21 выше 0, юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 31, ночью плюс 19, юго-восточный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 29%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.